благоустройство, строительство, субсидирование покупки жилья, трудоустройство и наследование недвижимости. Такие вопросы сегодня звучали от жителей Березовского района во время приема граждан. Его провел помощник президента, инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Сначала состоялась прямая телефонная линия, затем помощник выслушал проблемы и предложения каждого, кто пришел на прием. Так, жители райцентра по улице Брестской жалуются на интенсивное движение большегрузов и сельхозтехники. Дорога имеет гравийное покрытие. Особенно в сухую погоду пыль здесь стоит столбом. Окна не открыть, белье на улице не посушить. Ранее жители обращались в госавтоинспекцию с просьбой установить знак ограничения скорости, но решения до сих пор нет. Получается, что дома, которые прилегают к данной грунтовой дороге, они как заложники ситуации. В прошлом году санстанция Брестская проводила замеры пыли на данной улице, и, как оказалось, данные замеры превышают почти в 5 раз предельно допустимые нормы. Мы беспокоимся за наших детей, так как это напрямую связано с их здоровьем. Вопросы совершенно разные. Очень немало проблем поднимаются жителями, на первый взгляд, по Белоозерску. Там проблемы есть определенные. Я обязательно побуду в ближайшее время, возможно, и сегодня на отдельных предприятиях. Поэтому здесь мы должны комплексно данный вопрос рассматривать. Некоторые вопросы решили сразу во время приема, но большинство из обращений требует детального изучения. На следующей неделе Анатолий Маркевич проведет прием граждан в Пинске.